заключается долг перед Родиной? Вопрос, на который каждый из нас может ответить по-своему. Например, французский философ эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо писал следующее. «Долг каждого – любить Родину, быть неподкупным и смелым, хранить ей верность даже ценой жизни». Разделяют ли смысл этого высказывания щелковские новобранцы, неизвестно. Но приносить пользу своей стране они готовы наверняка. Отправка 16 призывников Щелковского муниципального района состоялась в торжественной обстановке. Напутственные речи ребятам пришли сказать представители власти. На самом деле у нас в районе с призывом обстановка очень стабильная. Все-таки наше молодое поколение нашего района очень с ответственностью относится к службе в армии. И отказников становится с каждым годом все меньше и меньше. И это очень радует. Воинская служба – это школа, которая формирует такие качества у человека, как патриотизм, как дисциплинированность. И одно из самых важных, что военная служба помогает в будущем выжить практически в любой ситуации или, сказать, правильно сориентироваться и принять правильное решение. Не бойтесь ничего, все преодолимо, не переживайте, все трудности возможны, которые у вас появятся. Вы преодолеете и закалитесь только характером. Перед тем, как начать службу, каждый новобранец будет распределен в ту или иную воинскую часть. Служить щелковские ребята будут в основном в Западном округе, а уже через 12 месяцев снова окажутся дома. Меня призвали на службу. Ощущения немножко волнительные, потому что не знаешь, что, куда там попадешь, далеко, близко, не знаю. Автобус, шаган, марш! Сразу после торжественной части призывники простились с близкими и отправились на сборный пункт. Все поехали радостные, в хорошем настроении, родители счастливы, мы счастливы с началом вас призывной кампании. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».